Здравствуйте, дорогие друзья! Сколько святых у Бога на земле, и никто их не знает. Такие слова произнесла очень давно одна благочестивая женщина, увидев настоящего святого человека, когда на его голову опустился с неба белый голубь. А ведь с виду этот человек был последним нищим во всем Константинополе. Звали его Блаженный Андрей. Еще малолетним отроком, дело было в X веке, попал он в плен в славянских краях и привезли его на невольничий рынок в Азию. Купил его богатый гражданин Царьграда. Андрей отличался добрым нравом, и хозяин даже отдал его в школу для научения грамоте. Андрей очень полюбил храм, молился днем и ночью, не замечая времени. Вскоре Господь сподобил его необычайного откровения. Увидел Андрей во сне широкую площадь. По одну сторону стояло множество мужей в светлых одеждах, а по другую – целая толпа отвратительных черных фигур. Среди последних выделялся громадный исполин, хваставшийся своей непомерной силой. Вдруг откуда-то с высоты на площадь спустился светозарный юноша с тремя венцами в руках. Один был золотой, другой из прекрасных жемчужин, а третий из неувядающих белых и алых цветов. «Если вступишь в схватку с черным гигантом, — сказал Андрею юноша, — и одолеешь его, то все три венца будут твоими. Но у меня не хватит сил для единоборства. Не бойся, с виду он могуч, а на самом деле слаб, как гнилой пень». И действительно, в этом поединке Андрей одержал быструю победу. «Венцы твои», — объявил ему светлый юноша, — «но предстоит тебе и немалый подвиг. Жители Царьграда перестали исполнять заповеди Господни. Стань для них живой укоризной, будь юродивым ради Христа, и многих приведешь ко спасению». Проснувшись, Андрей немедля поступил так, как повелел ему светозарный вестник. Одевшись в лохмотья, стал он обходить улицы столицы, обличая любую неправду, какая встречалась на пути. Господь наделил его даром прозорливости. Увидит, бывало, Андрей какого-нибудь внешне почтенного гражданина, да и крикнет ему при всех: «Перестань воровать!» Тот от стыда готов сквозь землю провалиться, не прочь и поколотить обличителя, но про себя-то знает, прав юродивый. Как-то раз натолкнулся Андрей на длинную похоронную процессию. Видно было, что скончался богатый вельможа. Приглядевшись, святой Андрей в общей толпе провожавших умершего вдруг узрел мрачных демонов. «Наш он! Наш!» – раздавалось из скверных уст. Приметил Андрей неподалеку и горько плачущего светлого юношу. «Кем ты приходишься умершему, что так безутешно скорбишь о нем? Я был ангелом-хранителем этого человека. Сколько не вразумлял я его, он меня не слушал. Вот и идет он на тот свет с огромным бременем грехов, и я уже ничем не могу ему помочь». Поскорбел Андрей об умершем, а еще больше о его родных и близких. Ведь считали они, что хоронят чуть ли не праведника. Так умело скрывал тот человек свои тяжкие согрешения. Как некогда и апостол Павел, юродивый Андрей был вознесен до третьего неба. Видел Господа Иисуса Христа, восседающего на пресветлом престоле. Обошел небесные обители многих праведников. Но что странно, не увидел там Божьей Матери. «Ее нет здесь», — возвестил ему небесный голос. «Она удалилась на землю помогать людям и утешать скорбящих». И действительно, вернувшись, святой Андрей сподобился видеть Пресвятую Богородицу в Константинопольском Влахернском храме. Стояла она на воздухе, осеняя молящихся своим покровом и защищая их от всякого зла. Окружали ее чины ангельские, святые апостолы и пророки. В память этого события церковь установила праздник
покрова Пресвятой Богородицы. Полвека нес святой Андрей на земле свое трудное служение. Сколько людей привел он к покаянию, сколько грешников благодаря ему исправили жизнь. Пусть же и для нас подвиг блаженного Андрея будет примером смирения и любви, и, следуя ему, мы с Божьей помощью сможем найти верный путь ко спасению. Я желаю вам всего самого доброго, и храни вас Господь, дорогие друзья!